Всем привет, друзья! Этот лев повстречал подростка-бегемота, совершает необдуманный поступок. Проведя просто показательную атаку, он опрокидывает гиппопотама на спину. Но перед ним стоит очень сложная задача, как добраться к шее, чтобы потом усыпить его. Этот случай произошел в зоопарке. Раздраженный самец антилопы яростно набросился на трех носорогов. Любопытен тот факт. Носороги, славящиеся своей агрессией, увидев невменяемую антилопу, не стали связываться с ней. Чем была вызвана такая агрессия со стороны антилопы, остается загадкой. Два голодных волка напали на детеныша верблюда. Мать всячески пыталась защитить его. Но лишь благодаря вмешательству человека малыш остался жив. Оказав ему первую помощь, малыша впоследствии госпитализировали. Увидев пробегающее мимо существо, крокодил вылез из воды, невзирая на присутствие автомобиля. Взяв в свои мощные челюсти черепаху, крокодил попытался проломить ее. Но это, оказывается, не так-то просто. Едва не сломав зубы о панцирь, черепаха все же умудряется ускользнуть от надоедливого крокодила. В этом случае ворон, без видимых на то причин, стал преследовать домашнего пса. Друзья, если вам понравилось видео, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.